Всем привет, народ, вы на канале Мегабабки. Сегодня будем играть на монету Трон. Сразу перед видео предупреждаю всех о рисках в инвестициях. Напоминаю, что риски всегда присутствуют. Никогда никого ни к чему не принуждаю. Просто рассказываю, куда лично инвестирую, где зарабатываю. А входить в проект или нет, решение принимаете вы сами. Как уже сказал я, поговорим мы сегодня о проекте, который можно зарабатывать монету Трон. Называется проект Spock Park. Говорил я об этом проекте уже, в принципе, давно. Для того, чтобы начать здесь зарабатывать, вам нужно установить Tron Link, перевести туда свои монеты Tron. И начинаем мы здесь спокойненько играть и зарабатывать. Минимальная сумма игры на первом сайте, на первой игре этого сайта, это 30 монет Трона. Здесь присутствуют дивиденды, реферальная программа. То есть вы можете зарабатывать на рефералке, можете зарабатывать на дивидендах. То есть играя, вы зарабатываете монету проекта, и с этих монет вы можете делать дивиденды и зарабатывать монету Tron без игры. Также присутствует панелечка NEVS и панелечка HELP. То есть помощь, да, и тому подобное. Для русскоговорящих языков здесь нету, и советую переводить через браузер. Для связи с администрацией можно использовать email, telegram и twitter. Здесь в скором времени откроется новая игра. Нажимаем вот тут на панелечку, и открывается у нас игра. Здесь мы будем выбирать либо черный, либо синий, либо фиолетовый, либо зеленый. По шансам вы видите, что серый это x2, синий это x3, фиолетовый это x5. Ну и понятно, что самый жирный это зеленый x50. Ну и максимальная сумма ставок тоже здесь отличается. Да, конечно, проект реально крутой. Можно здесь хорошо заработать. В принципе, очень классно то, что проект развивается. И я думаю, что будет идти дальше и добавлять еще какие-то либо игры. Здесь мы видим также ваши дивиденды. Да, топ игроков. Сумму людей, которые ставили и играли. Давайте поднимемся выше и сыграем пару раз, да, наверное, в принципе, все этого хотят. 30 центов, не центов, а 30 монет Трона. Нажимаем ролл. Я поставил на шанс, вот, и я в этот раз проиграл. Потому что я поставил больше 90, меньше 99, а выпало 97. Сейчас мы будем отбиваться. И отбиваться мы будем, выбрав шанс чуть-чуть меньше. И нам нужно будет сейчас выиграть. Да, мы выиграли. Выбили мы 90 монет. Еще раз сыграем. Да, выпала маленькая. Хорошо. Теперь мы опять выставляем большой шанс. И отбиваем еще раз. То есть, если вы проиграли, сохраняем холодную голову. И пытаемся отбиться. Потому что это реально тяжело. Если проиграл, держать себя в руках. Не перевышать, да, так скажем, ставки. И не делать глупостей. Что мы еще пару раз сыграем на этой ставочке. Что нам выпадет? 82. И в принципе можно сделать меньше. К примеру, поставить 71 и нажать игра. Надеюсь, сейчас у нас выпадет маленькая, и мы отобьем полностью всю сумму. Да, как видите, я ставил, отбился полностью, отбил то, что проиграл. Ну и в принципе чуть-чуть в плюс даже вышел. Теперь для того, чтобы сыграть, можно поменять панель. Выпало у нас 4, это самая маленькая здесь, и мы проиграли, кстати. И теперь мы выставили 4, можно поставить
Кстати, будем зарабатывать по одной монете трона за один клик. Сейчас все загружается. 61, и мы заработали, как видите, еще одну монету трона. В принципе, проект реально крутой. Можно, в принципе, потихонечку подниматься. Если проиграли, с холодной головой играем дальше. Отыгрываемся и зарабатываем больше. Ссылочка на проект внизу в описании. Кому проект нравится, инвестируем и зарабатываем. Не забываем о том, что риски все равно присутствуют. Ставьте видео лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.